Всем привет! Я вчера получила посылочку от своей читательницы, которая живет в Эдинбурге, в Шотландии. И это просто настолько вдохновляющая коробка, что мне захотелось даже поделиться ее содержимым, показать это все вам и вместе ее распаковать. Я давно не получала настолько душевных, настолько теплых и настолько пропитанных сказкой подарков. Это просто что-то невероятное. И сегодня я хочу вам показать, что здесь. Здесь было две коробочки с печеньем. Одну дети уже утащили отсюда. И вот такая невероятная книга, которую я очень хочу показать вам подробнее, потому что это просто что-то неимоверно красивое. Кстати, вот это все настоящий бархат. Так, еще здесь... Вот такая, как я поняла, скатерть для чаепития. И вот такая сказочная формочка для шотландского печенья shortbread. И оно готовится из очень мягкого податливого теста с большим количеством масла и сахара. И все эти фигурки будут отпечатываться. Здесь овечка, уточки, белочка, птички. Будем печь печенье. Такая красота. Хочешь посмотреть? Где, покажи. Мама. Птичка. Туда, мама. Это петушок. Туда, мама. Это зайчик. Туда, мама. Туда. Где? Где? Это лошадка. Мама. Туда, мама. Это у нас птичка. Птичка? Да, птичка. Туда, мама. Книжечка рецептов. Туда, мама. Книжечка для рецептов. Туда, мама. Печеньки. Туда. Еще печеньки. Это туда. Белочка. Белка. Белка, да. Нравится? Книжечка рецептов. С каждой доченькой мы рассматривали книгу отдельно. И каждая нашла для себя что-то интересное и особенное. И двухлетняя малышка Флорочка, и пятилетняя Розочка, и восьмилетняя Музочка. Да что уж там, даже я сама. Красота. А ну, открываем дверцы. Смотрим, что там. Кухня. Сусанка и котика. И шкатулка с драгоценностями. Здесь у нас что? Потрогай. Кусочек бархата. Коробочка для швейных принадлежностей. Видно, что тут иголки, булавки, петушки с нитками. Носис. И смотри, духи с розой и флёрдоранжем. А эти у нас с фиалкой и ландышем. И что-то тут такое непонятное нарисовано. Вот на видео. Угу. И сладкие. Часы. Так, а где страничка с перчатками?
Вся книга покрыта настоящим бархатом. Это так красиво, и такая золотая кисточка. Просто сказочно. Осторожно, открывай. Посмотри внутрь. Это кукольный домик. Замок. Там комната. Там принцесса. Куколка. Туда мама. Тут письмо. Мама, туда. Комнатка. Там комнатка. Шкаф с куколками. Туда мама. Это куколки. Туда мама. Куколки. Туда. Туда мама. Это музыкальный инструмент. Туда. Сундук. Туда мама. Книга. Туда мама. Книга про Анну Болейн. Посмотри, открывается? Это доспехи рыцарские, видишь, там рыцарь. Туда мама. Рыцарь в доспехах. Туда мама. Герб. Туда мама. Тут письмо. Ой, осторожно. Туда. Еще один кукольный дом. Флора, красиво? Туда мама. Ты посмотри, кто там. Туда мама. Там бал. Туда мама. Еще окошки. Туда мама. Туда мама. Там комната принцессы. Туда мама. Туда. Секретная дверка в домик. Туда мама. Там домик. Туда мама. Там туда. Чердак. Давай. Туда мама. Комнатки. Туда мама. И там комнатка малыша. Туда мама. Туда мама. Открывай. Как красиво. Туда мама. Туда. Кухня может быть. Что там? Там приглашение. Там письма лежат, свитки. Секретные письма в часах. Туда мама. Это часы. Там тайные письма. Туда мама. Зонтик кружевной от солнца. Туда мама. Туда. Какая-то маска льва. Туда. Туда мама. Это сервиз для чаепития. Чай. Туда. Чай, Флора. Это шляпные коробки. Туда, там шляпки лежат. В каждой коробке своя туда, шляпка. Мама. Туда. Шляпки. Туда, мама. Ширма для переодевания. Туда, мама. Часы. Туда, мама. Ботинки. Туда, мама. Платье. Туда, папа. Да, папа. Мама, туда. Куколки, игрушки. Туда, мама. Котик, котик, мяу. Туда, мама. Мишки и мышка. Туда, мама. Котик. Рассказывай. Здесь носница и письмо. Переворачивай.
кончились. Тут ленточки, праздник пучит, ой, Мишка, чай, подушки. А здесь страничка для рисования, блокнот, цветинами здесь. Просто так хочу научиться. Вот первый цветочек, второй, первый цветок и роза. И вот такими чудесами. Для приготовления печенья я взяла 200 грамм мягкого сливочного масла, 300 грамм муки и 100 грамм сахарной пудры, щепотку ванили, все это тщательно размешала, добавляла немного ледяной воды. Затем тесто следует остудить и уложить в формочку. Выпекала я при температуре 160 градусов, примерно 25-30 минут. Обязательно еще сделать дырочки нужно в тесте, потому что печенье очень толстое, чтобы оно пропеклось. И печенье шортбред не запекают до золотистой корочки. Оно должно остаться очень светлым. И потом его остудить и подавать. Но мы съели горячим. Оп! Зайчик! Зайчик! Горячее, осторожно, горячо. Ну как, вкусно? Thank you.